You have 10 minutes maximum. Sometimes commanders can be too strict. Will there be another chute packing violation, guys? Do you want to live? Yes, sir. Or too perceptive. Right now, I see that you don't. You'll be fired sooner than you want. Because even the strictest commander was once a raw recruit himself. There's no room for errors or anything. It's people and an expensive submarine. Forget your civilian life. You're in the Navy now. We swear. You'll want your mother. But instead of parents, now you've got a commanding officer. Laying in 224. Your new home's on the water and has firepower. Fire! Alert, torpedo attack. But you'll soon get used to it and say, Mom, I'm a sailor. One day you'll look back on your service with the Baltic Fleet as the best time of your life. We're ready for battle. The Zabrzeszyny and Magnitogorsk have arrived in the training battle zone. The submarine tried hard to avoid detection, but the corvette's cutting-edge underwater locating systems worked perfectly. They found the Magnitogorsk, and on the bridge, the sailors are preparing to launch torpedoes. Товарищ командир, совпадает 16 классификационных признаков из 7. Полагаю, контакт с подводной лодкой. Есть, контакт с подводной лодкой, утверждаю. Атака подводной лодки по данным ГАЗ-Заря-2. Атака подводной лодки по данным ГАЗ-Заря-2. Стрельба МТПК пакет правого борта. Стрельба МТПК пакет правым бортом. Лежу на бомб и стрелю для стрельбы из пакета. Курс 180, скорость 5 узлов. Утверждаю. Курс 180, скорость 5 узлов. Установить. Лежу на бомб для стрельбы торпедами. Выполнить ТОС-5 торпедный аппарат. Есть ТОС-5 торпедный аппарат. Открыта передняя крышка 5-го торпедного аппарата. Станция залповая. Выполнена. 39 кабель. Есть. Снята ЧК с перепускного клапана. Есть. Центральный штурман. Есть. Время хода торпеды 3 минуты 40 секунд. Есть. Торповым контролем время хода торпеды. Есть. Есть первый. Выполнен ТОС 5-го торпедного аппарата. Есть первый. 5-й торпедный аппарат. ПЛИ. 5-й торпедный аппарат. ПЛИ. Есть ПЛИ 5-й. ПЛИ 5-й торпедный аппарат. Штурман Би, просчитать курс для уклонения. Есть ПЛИ 5-й торпедный аппарат. But the submarine crew fires first. Центральный первым. Есть первый. Выполнено ПЛИ, изделие вышло. Боевые клапана на месте, это установление в норме. Есть первый. Боцман, лево руля, ложится на 270 градусов. Закрыть переднюю крышку 5-го торпедного аппарата. Есть закрыть переднюю крышку 5-го торпедного аппарата. Погружаться на глубину 100 метров, записать журнал. Командир решил для уклонения от обнаружения надводным кораблем противника лечь на курс 270 градусов, погрузиться на глубину 100 метров для затруднения выхода на ШП-контакт. Есть записано. Погружаемся на глубину. Погружаемся на глубину 100 метров. Мотор вперед средний. Пятый мотор вперед средний. Есть пятый мотор вперед средний. Торпом, контроль времени. Время хода торпеда 1 минута 5 секунд. Есть. Так как тренировки проводятся в учебных целях, поэтому изделия должны быть не боевые, а соответственно практически. Мы же не можем топить свой собственный флот. Стрельба готов! Есть, залп! Zabrzeszyny aims at the torpedo that's already on its way from Magnitogorsk. Залп произведен, торпеда вышла. Есть. Когда смотришь, как ракета уходит в цели, понимаешь, сколько стоило трудов ее сделать, сколько стоило это денег, усилий, там, времени. Вся эта мощь, в принципе, летит после моей команды. Вполне чувство того, что профессия, которую выбрал, та, которая нужна, и та, она правильная. Лево на борт. Есть рулево 25. Сигнальщику начать постановку ГПД. Интервал 10 секунд. Интервал 10 секунд. Обе машины вперед, самый полный. Пошли обе машины вперед, самый полный. Дальше время хода торпеды, минута 45. Есть. Боцман, держать глубину 100 метров. Глубина 100 метров, слушаю корма. Первый отсек осмотрел, глубина 100 метров, замечаний нет. Есть первый. Did the torpedo hit? The sonar operator will give his report in a few seconds. 24-я минута. Шум торпед, шум цели, створе. Есть, окошечек. Мотор вперед самый малый.
Пятый мотор вперед, самый малый. Есть пятый мотор вперед, самый малый. Центральный, 24.30, взрыв по переду 41. Unexpected news from sonar. The torpedo exploded before reaching its target. Центральный, записать журнал. Условно обнаружен взрыв по пелингу 40 градусов. Решил всплыть в надводное положение, донести на командующий пункт флота о выполнении поставленной задачи. Учебная тревога для всплытия подводной лодки. Учебная тревога для всплытия подводной лодки. Главная задача была выполнена. Лодка подводная, она не подобралась к большому десантному кораблю. Вот это, в общем-то, была цель задачи. Мы ее спугнули. Вот и все, она ушла. Руководил торпедной стрельбой лейтенант Каракаш. Две недели он пытался что-то сделать. И у него звездный час выпал, он его реализовал и выполнил все на оценку отлично. The Marines are starting to deploy on enemy ground. The landing force's mission is to secure the beachhead and suppress resistance. О, чувствуешь, землю цепляет? Да, точно. Все, обороты 2500, четко держись. Перпендикулярно выходим на берег, иначе не выйдем. И не бойся, не бойся. Все будет нормально. Все, берег видишь? Да, точно. Щиток убирай. Ура. Ну, что? Все, стой назад! Быстрее, быстрее назад давай! Быстрее заднюю! Ну уже! Давай, втыкни, я сейчас втыкну! Сбои технических не было, были сбои, больше человеческий фактор. Соответственно, я же говорю, водители молодые. Сильнее двойной выжим, давай! Еще выжми сцепление! Давай! Есть, пошел назад! Пошел! Ровно выравнивай! Все, стой! Вторую! И Михей как-то, я не знаю, пришел в чувство, как-то вроде освежел. Голова начала варить. И мы поплыли. Давай, давай! Да потом ты своими сигналами замучил уже! Попер! Давай! И... Ну, наконец-то вышел! Все прошло, мы выбрались на сушу, и все хорошо. Выполнила ближайшую задачу, это захват побережья для обеспечения высадки основных сил. Противник был уничтожен. The mock battle is over. Under the scenario, the Sabrazitany was to provide cover for the Marines as they landed. The ship was then confronted by the Magnitogorsk, which successfully located the corvette, launched a torpedo attack, and evaded the inevitable counterattack. But the torpedo was identified and intercepted with a missile launched from the corvette. The Marines landed successfully and took the enemy positions. The combined forces of the corvette and the Marines were victorious. The submarine did all it could, but it was the corvette's technical superiority that decided the outcome of this training exercise. The Magnitogorsk heads back to base. Выходим потихоньку, да? Как выйдем на ось, скажешь мне, слышишь? Есть, товарищ. Смотри внимательно. Вот это. Чтобы не это. Не как в прошлые разы. На роме 90. Подержать. Есть, содержать. Центральный курс 90 градусов. Ходим потихоньку. Есть. Выходим, нет? Не принял. Товарищ командир, выходим правее 0,2 капитала. Есть. Ты прямо определил, что мы правее 36 метров. Да? Монстр. Визуально. С монстрами служу. Посол 121. Есть. Правее. Так потащило. А курс был 124, товарищ командир. А? Курс 124 был. Есть БИП. БИП рекомендуется. Отправи, потащил. На роме 121. Есть. Есть. Центральный курс 121.
Ты не видишь, что нас правее утащил, а ты еще 124 хочешь повернуть. Не-не-не, был он, держался. Помимо погружения всплытия подводной лодки, одним из основных элементов, и таких особых, да, опасных, это вход в гавань, выход из гавани, плавание подводной лодки в узкости, это стесненная акватория, ты стеснен как глубинами, так и маневрированием право-влево. Рекомендую 120, с учетом сноса. Несет, да? Так точно. Давай подождем еще чуть-чуть. Есть. Особенно здесь, на Балтийском флоте, выход из Балтийска, он вообще представляет собой такую дугу, в которой нужно четко рассчитывать маневр подводной лодки, требует от себя, ну, от некого командира и от каждого члена экипажа, который участвует в расчете, требует большой сдержанности. Управляйся, идет! Управляется. Давай, 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 перетягивай! А 130? Есть на 130. Шестой. Шестой. Очень внимательно вошли в канал. Течение, ветер. Команды все слушать, исполнять. Есть это есть. Есть шестой, есть пятый. Море, когда подходили, достаточно погода плохая, ветер сильный. И нас достаточно сильно сносило, поэтому заход был в гавань достаточно сложный, потому что ветер, влияющий на подводную лодку, сносит. Когда заходили, течение на выход из канала было почти 1,5 узла, что тоже достаточно сильно затрудняло подход. Центральный мостик. Широта, долгота штурмана вошли в Калининградский морской канал. Прекратили выполнение задачи по охране и обороне государственной границы Российской Федерации в подводной среде. Радист мостик. Есть, на 134. На плавнее передать. Прошел малый, замечаний нет. Мотор вперед, самый малый. Пятый мотор вперед, самый малый. Швартовщики на корпус. Есть. Шутов где? Да. Швартовы с правого борта изготовить. Мы должны все попытаться. Не смотреть все невозможно. Мы должны стараться к этому. A corvette is considerably faster than a submarine. So while Captain Nagurnov's vessel is still in the narrow Kaliningrad Canal, the corvette is already being moored in Baltiysk, and Commander Slonov is summing up the drill. Значит, закончились учения. Все поставленные задачи корабль выполнил. На оценку предварительно хорошо. Разбор будет произведен. Значит, в лучшую сторону отличились. Командир боевой части 3. Лейтенант Каркаш, поставленные задачи выполнил. Yeah. Произвел торпедную стрельбу. С этой задачей справился. Вызывал замкомандующего сегодня. Отметил лучшую сторону у нас всех. Было очень приятно. Старались, поэтому заслуженно сегодня получили какие-то похвальные слова. Так, старшему помощнику. Подготовить приказ о поощрении личностного. Командиру участия 3. Также сегодня. Добро на сход. Есть. Итогом моей успешной противолодочной операции, когда мы спугнули подводную лодку, стало то, что командир меня похвалил. И в качестве награды, как таковой, он меня отпустил на большой сход. Больше, то есть это я могу подольше отдохнуть от корабля, смогу там и побывать там у друзей, с друзьями посидеть и тому подобное. Но вообще, на самом деле, моя задача – встретиться с Катей. На 47! Плохо управляет! А? Руль лево на борту! Проходим! Проходим 104! Давай лево на борт, выводи! Есть! На 60! Есть! Только аккуратно левый вот этот буй. Есть. Швартовщики стоят. На 107.
Waiting for Commander Nagornov on the quay in Baltiisk are his wife Irina and three-month-old son Roman. Носу в корме построить. Носу в корме построиться! Корма построиться! Пришла мужа встретить с моря. Мы соскучились. Малыш заснул у нас, как раз по времени получилось прийти. Вот пришли встретить. Все-таки пользуюсь привилегиями жены командира. Поэтому удалось прийти. Управляется пока? Пока держит. Есть. Связи не было. Всегда переживаю, когда связи нету. Очень тяжело не знать, где он, что с ним, как, что с лодкой. Сейчас, конечно, уже более так привычно. Все-таки привыкла за много лет замужества. Но все равно переживаю каждый раз. Очень волнительно это. Мы теперь вдвоем переживаем. Малыш, конечно, чувствует все. Стоп левый. Шестой стоп левый. Есть шестой стоп левый. Стоп мотор. Пятый стоп мотор. Есть стоп мотор. Минер накинешь? Давай, минер, попробуй. So the submarine can be hauled to the quay, junior lieutenant commander Stuzhuk must throw the mooring crew a special weighted hawser. Ты позорище, по-другому не скажешь. Иногда просто бывают такие ситуации, которые происходят не по твоей воле. Даже вот бросательные, когда их бросаешь, бывает, что мы плохо уложили, когда его укладывают перед броском. Он бывает запутывается. Ну и получается, что мы не докидываем, приходится перекидывать. Вы специально меня позорите, да, все? Ну, крайним, как всегда, является начальник, поэтому достается все мне. Да, Михалыч, у тебя занятия нету случайно никакого? Так подтягивай корабль! И в такой нервной обстановке меня очень сильно, конечно, порадовало, что пришла встречать жена с ребенком, не поленилась, собралась достаточно рано для малыша, для его ритма жизни. Ну и очень сильно я, конечно, обрадовался. С одной стороны, это тоже как бы накладывает такой отпечаток, нужно перед ней показать, что я такой хороший молодец, швартовался, и нужно было еще больше все следить, потому что когда мыслями забиты уже женой, пришедшей на причал, можно было что-то пропустить, что-то упустить, как-то не так подойти и понести потом еще большую ответственность за корабль. Стоп оба. Отставить стоп правый. Шестой стоп правый. Шестой стоп правый. Корме! Передний на шпиль! Давай, поджимай. Работает левый насос, правый застопорен. Есть. Поначалу, когда я первые разы там швартовался, подходил, у меня аж немножко там было переживание до того, что там давление поднималось, потому что действительно переживаешь за этот маневр. Отхода, подхода к причалу. Никто не подскажет, никто ничего не поможет. Ни словом, ни делом, ничем. И спросить не у кого. Да, я первые разы вообще, меня аж трясло. Выходил на причал, аж это всего колотило. Сейчас, сегодня я сейчас все равно переживаю очень сильно за это дело. Боцман! Есть. Давай на корпус. Есть. Давай в корму и там помоги, слышишь? Есть. И не дай бог, если что-то сделаешь с кораблем, то будет очень плохо. Есть шестой, есть пятый. Товарищ командир, застопорено все. Есть. Записать в журнал. Швартовались у причала номер 64 военной гавани первым корпусом правым бортом. Радист, Костюк. Есть, принял. Радист на плавание передать. Смотри, у тебя пошел. Давай его подтяни. Не упускай нос. Пойду жену поцелую. Молодцы. Закончился очередной наш выход в море, закончились учения по взаимодействию с сообразительным
Все у нас еще впереди, подведение итогов. И как обычно, наверное, у всех на поезде едешь, ждаться, дождаться не можешь, когда вернешься. И сегодня последние сутки были самые долгие перед возвращением в базу. Козельбулька спит? Он такой здоровый уже. Он тихо. Он это, ресницы он выросли. Ресницы он такие стали. Ну, слава богу, нормально все. Шортовались, подошли, встретились, обнялись. Сейчас поеду домой, уже в спокойной обстановке. Не грязный, вонючий после моря. Спокойно, приведу себя в порядок. Не грязный. Боюсь тебя испачкать. Не умывался. Не умывался, но быстро. Быстро. Тяжело заходил, был вообще тяжелый ты заход. Ты прямо заходил. Почему ты прямо? А как надо не заходить? А вот как-то так. Нет, так нельзя. Конечно, нет, нельзя. Чуть-чуть бы вот так вот зашел, нет. И потом вот так вот ушел. Нет? Почему? Ну потому что. Где я там тебе развернусь? Как я тебе пройду? Ты что? Тут приходишь вот. Прямо? Да, вот причал. Самое идеальное встать в причал и вот развернуться. А меня, видишь, буксир просил у меня лагом. Начал сносить, меня буксир еще одержал. Если бы эти тупицы бы докинули с первого раза, не надо было буксир просить. Они же их распутают, они же готовят, понимаешь? Готовят? Конечно, они готовят, раскладывают эти веревочки. Junior Lieutenant Karakash is off on his second date with Katya. Just to be safe, they're meeting in the same place in central Kaliningrad. Привет. Че, как дела? Хорошо. Хорошо? Точно прям хорошо? Прям вообще хорошо, прям да? Прям очень хорошо. Ну ладно, ты что, я так и знал, конечно, ты что, что все супер, все как надо, все нормально. Надолго ли тебя отпустили? Меня? Да конечно, ты что, до завтрашнего вечера, представляешь, командир отпустил вообще. Так классно. Здорово. Жизнь. Да, это бывает просто один раз в жизни, один раз на миллион, видишь, вот поэтому вот так неожиданно получилось сегодня приехать. Видишь, бац, случай вот это выпал, сразу надо его использовать по максимуму. Я со рада. Всеми вытекающими. Уже 2 недели Леня не выпускали в увольнение. Наконец-то его выпустили, я безумно рада. Я не знала, что он такой герой сбил торпеду. Вот. Его наконец-то выпустили, мы пойдем гулять. Так, что, давай немного присядем хотя бы, а то я чувствую, уже устала ходить на каблуках на своих. Navy officers have little time for serenades. Just like in battle at sea, their motto is I came, I saw, I conquered. Ты, кстати, давно в кино была? Давно. А и на что ходила крайний раз? На трансформеров последних. Нифига себе, так это подожди, давно. Вот я вот давно был тогда в кино, знаешь, по сравнению с тобой. Нифига себе, на трансформеров последних. Я бы сам бы с удовольствием сгонял. На что хочешь сходить? Я не знаю, что сейчас интересно у тебя как-то. Потерялась, так сказать. Потерялась я, да? Новинках, да. Потерялась я, понял. Гадя Петрович хреново. Есть такая, да, стрелка ВН? Вот этот, с Мишей Галустяном. Да. О, да, совершенно верно, ты потерялась. Так, ладно, я смотрю, короче, что-то холодает, потому что по моей коже даже не начали еще идти гусиные эти мурашки, или как они там называются. Но ты-то дама, тебя надо беречь. Поэтому я считаю, что необходимо идти в теплое место, и это будет кино. Давай, пойдем. Сейчас что-нибудь выберем интересненькое. До завтрашнего вечера еще просто куча времени. After days with nothing but submarine food, the crew is desperate for something more refined. On their first free evening, they take their families to fine restaurants. Что-то вы медленно. Ты пиво мне взял, наконец-то? Конечно. Молодцы, какие молодцы. Конечно. Сколько вас можно ждать? Уже даже заказ принесли, а вы еще не едете. Ну ладно, давайте за один из тех немногих выходных, которые у нас хорошо прошли. Компания. Чтобы они были, да, почаще, чтобы все мы собирались. Паш, мы завтра на такси поедем. Ну, пойдем на такси. Гиви, скажи тост, Гиви, тост. Ну. Чтобы почаще так собирались, чтобы почаще было выходных. Между морями границу тоже надо защищать. И жен, которых нас ждут, да и всех. Поэтому... Да, дочка? Ну да, слушаю. Нет, не сплю. Завтра во сколько?
7? Хорошо, есть все, я понял. Ну вот и отдохнули. Прошу, Шень. Что случилось? Завтра, короче, выход. В 7 часов. Поэтому, я думаю, наверное, на этом тосте мы сегодня закончим. За удачное море. Время уже позднее, да. Чтоб не подвело. This story of the battle between the corvette Sabrazitany and the Magnitogorsk submarine is over. But the Baltic fleet has many other stories to tell. More cutting-edge vessels and other submarines. Not to mention torpedo boats, destroyers, anti-submarine ships, motorboats, troop transport and assault ships. Every one of them is manned by ordinary people doing extraordinary jobs. Together, they're a formidable maritime force. Together, they're the Baltic Fleet.